Пополнить и проверить баланс единой транспортной карты «Стрелка» теперь можно в любом Киви-терминале. Минимальная сумма пополнения – 10 рублей. Дополнительно данные услуги доступны на сайте kiwi.com или в мобильном приложении электронного кошелька Visa Kiwi Wallet. Комиссия за пополнение «Стрелки» не взимается. Десятого марта состоялось расширенное заседание Общественной палаты Ленинского муниципального района. В повестку дня были включены вопросы, связанные с деятельностью молодежного совета при главе, организации подготовки к празднованию 75-й годовщины со дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, природоохранной деятельностью, а также основными направлениями работы районного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. 12 марта у кинотеатра «Искра» состоялось праздничное народное гуляние, посвященное широкой масленице. Задорные скоморохи не давали скучать зрителям ни минуты. Веселые конкурсы и соревнования, перетягивание каната, поедание блинов на скорость, полеты на метле и многое другое ждало каждого, кто пришел на праздник. Со словами поздравления выступил глава района Олег Хромов. Кульминацией стало сжигание чучела, символа ухода зимы и наступления долгожданной весны. Двенадцатого марта во дворце спорта «Видное» прошло открытое первенство Ленинского муниципального района по рукопашному бою. В соревновании приняли участие более 350 спортсменов. В общекомандном зачете городское поселение «Видное» заняло первое место.